Вы смотрите новости онлайн. В этой трагикомической или скорее опереточной истории даже ее главные действующие лица не понимают, что правда, а что ложь. Виталина и Армен Борисович живут по-прежнему в одном доме на Малогвардейской улице, в одном подъезде. Только ему снимают квартиру тремя этажами выше. Когда-то он выбрал этот дом для жительства. И несмотря на громкий публичный скандал с молодой женой, съезжать из облюбленного гнездышка не намерен. Еще до конца непонятно, действителен ли наш развод, ведь возникли некоторые юридические нюансы. Призналась в интервью «Каравану историй» Виталина. Меня спрашивают, как я поступлю, если узнаю, что мы все еще муж и жена. Наверное, это было бы забавно. 20 с лишним лет я жила этим человеком, боготворила его, но чувства к нему пропали ровно в тот момент, когда он на всю страну стал оскорблять меня. Простить этого я не смогу, но все равно переживаю за него. Не уверена, что мы сможем после всего жить под одной крышей, но хотела бы встретиться с ним и спокойно обсудить наши имущественные вопросы без посторонних. Мне кажется, я смогу полюбить другого мужчину, стать матерью, но при этом уверена, что никогда не брошу Армена Борисовича, ведь все равно найду возможность заботиться о нем. И я действительно верю, что в 40 лет все только начинается. Мой поезд отправляется в новую интересную жизнь. Я уеду туда одна, а он снова останется там, на перроне. Тогда я больше никогда не спрыгну со ступенек и не побегу за ним, чтобы еще раз поцеловать. И когда я буду далеко, он все равно мне позвонит и скажет: «Ты мне нужна». Так будет, я уверена, заключила Виталина. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки, пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много захватывающего и интересного. До новых встреч!